Так, подписываемся, красные активаки. Проходим стейверблайд. Все, больше здесь сделать нечего, ничего нет. Покатаемся. Наши железнодорожные пути. Ну, проще может было делать такой крюк, конечно. Кто не охраняет ПВО? А? Ее такого быть не может. И засада была просто. Еще. Подкрепление. Reinforcements. Jesus Christ. Все ЗРК в области уничтожены. Лифт. Вот веревочка. Веревочка даже поинтереснее будет, потому что у нее кошка есть. Ой, здравствуйте. Ой. Ева, аккуратно. Будет больно тогда. Мы с тобой не пережили бы это падение. У нас с тобой где-то около 50 хп.
Бля, вот эта локация сложная, конечно. Учитывая то, что я хожу еще со скинчиком, с сексуальным нарядом, может, у меня какой-то другой. Какой я еще не носил бы? Куда это? Чисто школьный, чистый школьный наряд, что ли? Гранаты. Кстати, мне нравится. Ха-ха-ха! Я сквозь него пробил. Ну, конечно, лошадка заподвочит все сделала. А? Это что еще за... А, это твой любимый друг. Ну ты их хоп, я их сагрил, у тебя сейчас такая ебала будет. Два крупных элитных противника против меня. Very good. Печь. Ах, камон! Сакс. Я вас сам... Дисбаланс, блядь! Сука! Фак! Jesus Christ, son of a bitch! Ты ненавижу вот этого цепа, блядь, ебаного! Кразис, блядь, вархэт, нахуй! Разрабы точно в кразис переиграли, блядь. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Урайт. Там что? Скинчики. И бесплатно. Мотивации. Дизайн мотивации. Мы не увидим его. Вот этот скин я еще не носил. Дизайн мотивации. Если что. Что-то мне дрон не попадался. Один раз я попался, и все.
Да, у него каблуки под, с подсветкой. Только сейчас заметил, что они горят огоньками. Живи! Фу. Я понял, Ева. Все, нельзя. Скрипты. Фу, жарко. Так. Ева-сан! Прыгай! Я знаю, что скользко, аккуратно. Это же какая-то оранжерея, во. Теплица, блядь, во, точно. Извините за ржание. Точно кразис, нах. Нью-Йорк, ёпта. Какой-то не Эйдос, нахуй. Студия. Какая-то студия тут цветы выращивают. Блин, надо прохилиться. Дай-ка я сяду. Пополню боеприпасы, нахуй. Боеприпасики. Что, я в бане все равно, мне похуй, блядь. Сижу и играю, нахуй. Из-за того этого уёбка, блядь, крысятного, блядь, сука. Ну и... Был бы он в реале, я бы его ебал бы, вскрыл бы, нахуй. Ну чё, блядь, земля круглая, пересечёмся как-нибудь, блядь. О, какой кадр я поймал. А? Офигеть. На аватарку себе поставить, нах. Максимум? Thank you.
like these have grown in such a place. It feels different here. I can see how much Lee cares about this place. Yeah, I know. It's like a special haven. And this hasn't been shown to others. Так, 5 платины, ой, 5 платины, 5 серебра и 16 бронзы, да? Блин, какие скриншоты-то смотреть-то, блядь, я уже не помню. А, во. Во. Я нашел. Раб будет чуть-чуть не убрал, ну ты, блядь. Блядь, на рабочий стол поставить, это вообще просто имба будет, блядь. Thank you.
Thank you.
Дарья Хи. Тоже да. Поставить воспоминания на карте памяти. Ну тоже то же самое. Нет. Связь данных. Точнее, безопасность данных. Нет. Связь и вечное одиночество. Да. Никто про вас не узнает. Да. Какие будут ваши последние выборы? У нее еще и шорты, точнее юбка тоже вон с подсветками. Только сейчас заметил, что у нее цветочки, лампочки есть. Для чего игры развиваются, да, Макс? Got everything? Yes, except one thing.
What is it? Actually, I wasn't alone here. I had a colleague who also survived. Iberus. Colin's greatest hacker. And the comrade I cared most about. Sorry for leaving you all alone, Iberus. I'll come and visit you often. This contains a deep algorithm hacking system, along with Iberus' memories. This is what she left for the world. Her legacy. Thank you for waiting. Теперь все по третьего ранга. Тут еще не хватает еды. Да, скинчик, конечно, мощный, блядь. Ну,
place. Adam, are you listening to me? Oh, sorry. I got a message from Zion. Is everything all right? Something serious seems to have happened. I have to return to Zion. What? But we've come this far. Okay, I'll go on alone. If I were to go back to Zion now, there's no way to know how things will change. Eve. Drop me off, then head back to Zion. It's fine. I can do this alone. Smart decisions fast, and... And the stabilizer, scanner, and link sensors do all the work for you. How did you... I figured it all out while modifying the railgun. Went to some test drives, too. It still doesn't compare to the knowledge you gain from real experience. Do you agree with Lily's idea? Do anything while I'm gone. I'm looking at you, Lily. Прикольная такая вещь. На этот, на гидроцикл похож. Только будущего, блядь. Вот тебе еще одна локация, Макс. Это уже какая? Седьмая по счету, да? ХП 3500, максимальный щит 1000. Крит урон 15 почти. Нет, это вероятность крит урона. Сам критический урон на 150%, скорость атаки 112, уменьшение урона в ближнем бою 10, сокращение расходов 20. Это, конечно, можно все это подкрутить, конечно. Ну это старый, это тоже старый. Кокон. Вот кокон новый. Ну да, три новых босса еще должно быть. И четыре основных босса. Это как бы... А, ну да. Альфа-биотиф это основные боссы. А это побочные боссы. Плюс здесь еще 8 новых противников. Три. 6. И еще тут 6.
Блять, тут еще контента и контента. Так, давай здесь остановимся и сегодня здесь продолжим. Сейчас ночи почти скоро будет. Зато здесь прокачаем. Здесь что-то еще есть. Так, что это у нас тут? Ух, нихуя себе. Знаешь, что мне напоминает? Как она там? Из Нараки, бэкпоинт этот. На катану-то. Как она там, блядь, правильно? Давно не выпадала, блядь. Боль души. Да-да-да, боль души. Вот что-то подобие, блядь. R1 и кружок. Ну точно. Ха-ха! Боль души, точно. Просто пародия, блядь. Мне нравится. Оставлю ее себе. Такая на хайпе. Дай-ка я сфоткаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся сегодня.